С вами снова Евгений Вергус, я вас рад приветствовать. Мы продолжаем, и в предыдущем видео мы с вами создали единый аккаунт Яндекс, Яндекс кошелек и познакомились с Яндекс диском. В этом видео мы с вами создадим почту Gmail для вашего бизнеса и единый аккаунт Гугла. Здесь мы также познакомимся со всеми сервисами Гугла, которые вам здесь, ну, в дальнейшем бизнесе помогут. Но важно понимать, что вы сейчас научитесь создавать почту Gmail. Почта Gmail – это классная почта для бизнеса, это почта без спама, вы сможете создать здесь свой такой основной ящик, в котором будете аккумулировать все сообщения, собирать почту с других ящиков, и в принципе это будет как бы центр управления вашим бизнесом, партнерским либо авторским, без разницы. Ну что ж, давайте приступим и будем все делать по порядку. Итак, заходим на Google, страницу поиска Google, и здесь выбираем почта, либо нажимаем вот эти вот точечки, квадратик такой с точечками, и здесь нажимаем почта, вот, да, без разницы, либо сюда нажимаете, либо вот сюда нажимаем почта и переходим на сервис Gmail. Удобная почта Gmail всегда с вами. Создать аккаунт, либо здесь нажимаем, либо здесь создать аккаунт. Создаем аккаунт и переходим в Gmail. Пишем ваше имя. Здесь нам необходимо подобрать имя пользователя. Я наберу свою фамилию. Здесь нам нужно будет создать пароль. И нажимаем далее. А имя пользователя занято, поэтому нам нужно, ну вот давайте Евгений Вергус возьмем. То есть логин должен быть уникальным, тот, которого нет ранее. Нажимаем далее. А теперь нам нужен номер телефона, но здесь поле не обязательно. Я рекомендую это сделать. Я сейчас не буду это делать, потому что к моим основным ящикам уже телефон привязан. Вам это сделать желательно. Можете это сделать позже, но я рекомендую сделать это сразу. Также здесь можно ввести резервный адрес электронной почты. Обязательно это сделайте. Следующая вкладочка. Он поможет вам защитить аккаунт. Здесь вбиваем день рождения ваш. И, соответственно, пол выбираем. Нажимаем далее. Читаем условия конфиденциальности. Вариантов у нас других нет. Нам нужно именно принять. Принимаем. И сейчас будет создан наш аккаунт. Все, как видите, все очень просто, все очень быстро. Добро пожаловать в Gmail. Я вас поздравляю с тем, что вы создали классную почту, почту для бизнеса, и, соответственно, сможете ей в дальнейшем пользоваться. Нажимаем далее. Здесь можно выбрать вид. Обычный, компактный, по умолчанию. Я оставляю по умолчанию. Нажимаем ОК. И, соответственно, здесь вам нужно уже выбрать тему, как пользоваться почтой Gmail, почитать, импорт адресов и почты. Здесь вы, кстати, сможете собирать, настроить, да, полностью со всех ваших почтовых ящиков сбор информации сюда, чтобы вы уже не прыгали по там Яндекс, Mail, да, то есть у вас есть эти ящики, они нужны, например, там для каких-то ваших действий, там для Яндекс кошелька, да, Яндекс диска и так далее. Вы просто уже все будете получать в один ящик, все это можно сделать здесь. Ну и, соответственно, ваша почта, вот здесь видите, буковка такая Е, в вашем случае это будет другая буковка. И здесь вот она есть, ваша почта, да, как она, соответственно, полностью называется. Это ваш почтовый ящик. Здесь вы можете изменить аватарку, добавить картинку, выбрать фотографию и, соответственно, либо перетащить вот сюда, да, либо выбрать файл на компьютере, и тогда у вас аватарка здесь изменится. Все, с этим понятно. Здесь также рассказано, как установить приложение, изменить фото профиля. И, в общем, все это дело сможете быстренько пробежать, и вот эта вот шкала у вас заполнится. Давайте выберите тему, к примеру, да, выберем такую, нажимаем сохранить, к примеру, да, так. Как пользоваться почтой Gmail, справки, рекомендации, импорт адресов. Все это почитайте, посмотрите. Я просто вам показываю, как это выглядит.
измените фото профиля, ну это то, что я вам показывал. Все, готово, и вы можете уже пользоваться почтой. Здесь также приходит от команды Google письмо с поздравлениями, что вы создали почту, и здесь можете уже посмотреть, как делать настройки, чем можно пользоваться. Вот это все сервисы Google, которые здесь будут у вас уже доступны. Давайте пойдем с вами дальше. Так, вот у нас входящие. Все, с этим понятно. Давайте идем дальше. Итак, почта у вас есть. Я вас с этим поздравляю. Вот здесь написать, входящие, помечены, отложены, черновики и так далее. Все здесь ясно, да? Теперь, вот эти вот точечки, да, квадратик с точечками, отвечает за различные приложения Google. То есть у вас уже к ним есть доступ, потому что это единый аккаунт. Это вот аккаунт, то есть настройки, там пароли менять и так далее. Это поиск Google, это карты Google Maps, это YouTube, это Google Play, ну так, новости, почта, контакты, диск, как видите, да, у вас еще будет дополнительно 15 гигабайт облачного хранилища. Здесь также в диске есть и Google документы, то есть вы сможете ими пользоваться, переводчик, фото и вот если еще нажать другие различные сервисы. Hangouts для проведения вебинаров, да, то есть все здесь есть в одном месте. С этим понятно, давайте сейчас мы еще раз сюда нажмем и с вами создадим YouTube канал. Быстренько. Он уже практически автоматически создан. Переходим, нажимаем «Войти». Так как вы залогинены, произойдет сейчас автоматическая переадресация. Все, вы уже находитесь в своем канале. Видите, да? Нажимаем сюда. Нажать «Творческая студия». Чтобы загружать видео, нужно создать канал. Нажимаем «Создать канал». Здесь можем изменить настройки. Нажимаем «Создать». Приветствуем вас в новой «Творческой студии». И нажимаем «Ок». Теперь вы можете загрузить видео на свой канал. Нажимаем «Загрузить». Открытый доступ, доступ по ссылке, ограниченный доступ, отложенная публикация. Все. И уже здесь, после того, как вы сюда нажимаете, вы сможете выбрать любое видео, которое захотите загрузить. Вот так быстро создается канал на YouTube. Давайте вернемся с вами в почту. И то, что я вам обещал, еще покажу. Диск. Нажимаем диск. Теперь у вас есть дополнительно 15 гигабайт еще дополнительного места. Вы можете, соответственно, получить больше пространства, почитать, как это делается. Можно перетащить сюда файлы. Здесь можно создавать, загружать файлы, загружать папки, создавать различные Google документы, Google таблицы, Google презентации, Google формы. То есть здесь, видите, все это дело очень-очень быстро делается. Давайте загрузим файл какой-нибудь. Нашел свою фотку. Идет загрузка. Сейчас загрузится. Все, фотография загрузилась. Теперь мы можем нажать по этой фотографии и предварительный просмотр открыть с помощью, открыть доступ, копировать ссылку общего доступа. В общем, вот таким образом вы можете тоже управлять файлами, делиться файлами, отправлять файлы своим подписчикам и пользоваться вот этими всеми преимуществами. Также вы можете, например, создать Google документ. Это тот же, скажем так, Word, да? Но онлайн. Все сохраняется автоматически. Все, пожалуйста, открывается тот же Word. Практически можете здесь писать любой текст, редактировать его, выделять, менять шрифты, да, все. И сохранять ничего не нужно. Вот здесь вы называете документ. Статья для блога. Все. Вот он, у вас есть документ, вы можете потом его редактировать, заходить. Вот он, ваш диск, вот ваши документы, которые вы загрузили, вот она статья. Ну, также можно создавать папки и так далее. Видите, я даже не сохранял, она автоматически все сохраняется. Также можно делиться этими документами, настройки доступа, либо прямо отсюда из диска выбирать, открыть доступ, либо копировать ссылку общего доступа. Все очень просто, все элементарно, поэтому поздравляю вас еще с одним классным инструментом. Теперь вы можете пользоваться и Google документами, и Google диском, и почтой Gmail, и каналом YouTube, и другими сервисами, которые есть
у Google. Ну что ж, на этом все. Применяйте, внедряйте, делайте почту Gmail основной, собирайте туда с других почтовых ящиков информацию, пользуйтесь всеми инструментами, которые есть здесь, в Google, и, соответственно, давайте двигаться дальше.